Музыка, которая обнажает лучшее в нас. С 28 октября джазовая провинция отправилась в путь по российским городам. Орел, Тула, Подольск, Калуга, Воронеж и, наконец, родина фестиваля Курск. На то, чтобы зарядиться мощной энергетикой Винскевичей и их друзей, у нас есть 4 дня. Франц Хельмюллер скользит пальцами не по гитаре, он перебирает струны души. Пронзительная, глубокая, зовущая за собой музыка швейцарского квартета «Bloom Effect» открыла фестиваль в Курске. Очень хороший город. Здесь особая атмосфера. Я в Курске уже второй раз. Будоражащие ритмы Африки и Латинской Америки. Редкие музыкальные инструменты. Израильтянин Алан и бразилец Йока играют вместе более 20 лет. Последние 2 года в дуэте. У нас очень сильная связь в музыке. Мы живем музыкой. Для нас музыка – это лучшее лекарство. Юная Алиса тоже живет музыкой. Она играет на кларнете, но мечтает о саксофоне. Несколько дней назад в Орле девочка попала на джазовую провинцию, влюбилась в этот фестиваль. И вот теперь она в Курске. Это трость, на которой я играю на кларнете. Я на ней расписался саксофонист. Я хочу собрать большую коллекцию автографов. Вот уже 21 год Курск – провинция джаза, любимая музыкантами со всего мира. Каждый год нам открываются новые имена, но одно имя неизменно – Винскевич. Что этот фестиваль делается руками моей семьи, начиная от того, что Маша – художник, стилист этого фестиваля, и все буклеты стоит посмотреть. Это огромная работа, которая выполняется каждый год. Это и сын, это и жена, и теперь внук появился. Но я могу сказать, еще десятки и десятки и сотни рук, которые делают это в городах, в разных городах России. В этом году джазовая провинция собрала более 250 музыкантов. Они будут гастролировать по России до 12 ноября. Ангелина Рязанцева, Геннадий Воробьев, телеканал «7».